Привет, теперь ты студент. Добро пожаловать в новый этап жизни. И ты, конечно, хочешь преуспеть в нем. Хочешь быть крутым, быть стильным, быть на высоте. Кто-то скажет, что для этого потребуются годы. Я же подскажу тебе легкий способ. Как казаться опытным студентом и выглядеть круче всех. Правило номер один. Когда заходишь в вуз, старайся максимально невзначай показать свой студенческий билет, как будто ты делал это не раз. Только неопытные первокурсники делают это слишком старательно. Во-вторых, ты должен максимально испортить свой студик. Он должен выглядеть очень потрёпанным, будто он с тобой уже много лет. Три. Только неопытные студенты носят все учебники. Пользуйтесь одним учебником на двоих. Чем меньше учебников, тем круче. Все опытные и уверенные студенты сидят на ступеньках. Ты тоже должен сидеть на них. Везде. Всегда. Физкультура – это еще одно место, где ты можешь произвести впечатление. Ходи на физру в перчатках, как будто ты профессиональный спортсмен. Даже если ты ходишь в спецгруппу. Опытные студенты сокращают слова, чтобы успеть записать лекции. Только неопытные пишут слово «который» полностью. Стоит хоть раз записать слово «который» полностью, ты уже никогда не сможешь догнать лектора. Есть еще один хороший способ показаться опытным. Новицкая. Здесь. Перепелкин. Здесь. Пименов. Присутствует. Если услышишь, как кто-то обсуждает преподавателя, подойди и скажи, что он валит на экзамене. Ты произведешь впечатление опытного студента и при этом не ошибешься. Все преподы валят на экзамене. Это их работа. Но даже следуя этим советам, ты можешь все испортить. Ребята, а вторую обувь кому показывать? Запомни. Не совершай таких глупых ошибок. Не готовься к экзамену заранее. Максимум за день узнай у старосты про билеты. А в день экзамена обратись к самой умной одногруппнице, чтобы она тебе все объяснила. Молодец! Ты не сдал? Да, я знаю, что я тебе сказал не готовиться. И что? То, что у меня какой-то красивый и низкий голос, который внушает доверие, не значит, что я говорю правду. Вот тебе еще одно правило. Хочешь стать более опытным? Пройди свой путь. Не следуй слепо всем советам о том, как провести свое студенчество. Стань сам примером для подражания. Стань тем, кем ты сам хочешь быть.